Всем привет, коллеги. Время 5:30. Я с ночи. Сегодня у вас будет возможность провести со мной, можно сказать, целый день. В общем, вышел я только с работы. Завод. Тут вот выглядит наш так. За дождем. Вчера я пошел на работу к 9, дождь уже шел, вот он идет не переставая. Вот это чудесная сторона Германии, когда льет сутками. В общем, если бы не было асфальта, тут давно бы все утекло. В общем, на заводе работает более 3000 человек, не считая фирмы, которые его обслуживают. И, как сказать-то, дороги же строят, все там. В общем, заводу 113 лет. И в связи с тем, что индустрия откатилась, Континенталь закрыл часть заводов. Многие думают, что Континенталь это только резина, но Континенталь это большой концерн, который выпускает очень много хай-тек оборудования, спидометры, тахометры и прочее. В общем, кому интересно, читайте в интернете. В общем, наш завод не закрыли, закрыли в Ахани завод. И 2000 человек в этом году останется за забором. У нас тут построили вот новый цех. И благодаря этому цеху, который хай-тек, который выпускает резину, которая едет больше 200 км в час, наш цех, так сказать, сохранился завод. Такой вот цех. Крутой, короче. Ну, посмотрим, что будет дальше. Самое важное в Германии это купить булочки. Если не будет булочек, вся индустрия остановится. Немцы очень много едят булочек. Самые крутые булочки продаются в бекере, как у булочника, в общем. Это они в супермаркете или где-то. Где-то примерно в день на 7 из 4 человек на хлеб надо 5 евро. Хороший хлеб, не из супермаркета. Тут у нас вот с окошечка продают, как в Макдональдсе. Сейчас куплю себе свежих булочек, расскажу, сколько стоит. Так вот все выглядит. Смотрели как? С утра у немца на столе должна быть газета, кофе и булочки. В общем, 6 булочек, 2 круассана, 1 брецель. Вышло 6:30. Это вот на позавтракать. 1:16 солярка стоит, бензин 1:34, кому интересно. В общем, едем домой. Ну что, коллеги, выспался. Лютый снеговик растаял. Солнца сегодня нету. Пасмурно. Время 11:30. И мы двигаемся мы по работе. КамАЗ наш. Что-то случилось. Снимаешь, что ли? Да, сейчас достанем. А кто-то уехал, что ли, с моей. Что-то внизу там лазят. Идет полная подготовка к сезону. Народ потихоньку ходит, закупается. Воск с Чехии. Такие вот брикеты. Красиво уложены. Это на проба какая-то или что-то интересное в пакете. Зратва, Пифонда спрашивали, кто-то написал Дания. Пифонда это Германия. А вот это что-то не немецкое. Это что-то Канди Полины какой-то. Может тоже немецкий, сейчас посмотрим, что это. Италия. Линия для овощины стоит. Сегодня не работаю, в другом цехе работают, в этом стоит. Скорее всего, воск на обмен. Тут вот все подписано, стоит это кто на свою переработку. Часто задаваем вопрос по размерам. В Германии каких только размеров нету. Про них лучше вообще не говорить. На все вкусы. В общем-то, доехали мы до магазина. Качество какое-то у них в последнее время не очень. Грузим улья. Бери, Сань, больше, кидай дальше. Бери больше, кидай дальше. Я говорю, бери больше, кидай дальше. В общем, грузим мы. Саша взял себе 100 корпусов полноценных, а я взял на 159 где-то. Типа немецкой полурамки. Посмотрим, что получится. Почему брал их или беру
а не битбоксы. Объясняю, как бы все под это куплено. У битбокса, к сожалению, этого нету. И плюс Дадан, я его пробую, из-за этого пока эти беру. А если откатаем, все хорошо, у меня уже есть, так сказать, предложение на 150 штук битбокса в планах. Посмотрим, что у нас получится. Тут получается только мед и по 8 штук, если ставить будем. Во-первых, поднимать легко, и станок будет быстрее распечатать, то есть откачка будет быстрее, все быстрее. Вот из этого беру. Как бы до этого у меня не было таких мыслей, а в этом году вот я родил. А Дадан тоже, если вот переходить, у меня станок полностью под сандер купленный. Но Йохан сказал, скоро выпишут, так сказать, не выпишут, а сделают 159-ю рамку под сандер тоже. Поэтому можно будет использовать низ Дадана, а наверх сандер, оно в станок все залетит на ура. Вот такие вот причуды. Кстати, вот там вот лошади пасутся, на лошадях очень хорошие деньги делают. Признак имения лошади, Александр, знаешь, что это признак богатства? Раньше считалось, автомобиль иметь — это признак богатства. А сейчас, если у тебя есть лошадь, то ты богатый человек. Правильно. А если голова от лошади, еще богаче. А вот если ты кушаешь козы, то ты вообще человек. Вот, с моей кони. Итак, что мы купили? Мы купили улья. Вот мне говорили, какая цена на улья туда-сюда. Вот смотри, корпус 14.20, 14.35. И вот такая цена выходит. Где у нас цена? Общая 3988 евро. В общем, 4 рубля мы потратили на корпуса. Если вы хотите купить что-то дешево, надо постоянно писать, спрашивать, торговаться. И тогда вы что-то добьетесь. Ну, естественно, количество играет большую роль. Сколько вы берете, если вы будете 1-2 корпуса брать, то на тему даже говорить не будут. Когда вы берете большие объемы, они уже готовы торговаться. В общем, поедем домой. Санин их 80 корпусов и моих 200.